72 года прошло с того трагического дня, когда по приказу отца всех народов Иосифа Сталина с родной земли были высланы 13 народностей СССР. Только на Северном Кавказе были поголовно высланы в период Великой Отечественной войны чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмыки. По злому совпадению или умыслу, дата выселения совпала с 23 февраля 1944 года. Чеченский народ никогда не считал этот день праздничным. Это для нас день траура. Вот и в этом году, 23 февраля, чеченцы Дагестана собрались у памятника жертв сталинизма у селения Ирыксу-Аух, чтобы почтить память безвинных жертв, умерших по пути в Казахстан и Среднюю Азию, а также на месте выселения. На мероприятии также приняли участие гости из правительства Дагестана Чеченской Республики, в том числе зампредседателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джапарович Джапаров, министр Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям Жамбулат Умаров, первый зампредседателя парламента Чеченской Республики Али Абдуллаев. Также принимали участие депутаты Народного собрания Республики Дагестан Муса Исрагимов, Хазали Мисиев, председатель Дагестанской региональной общественной организации Общественный совет чеченцев Дагестана Буэсар Сайтиев, руководитель отдела восстановления Ауховского района Султан Шавхалов, от Хасавюртовской администрации заместители главы администрации района Вахид Касимов Руслан Амаев. Перед началом мероприятия прочитали дуа по всем умершим и не дожившим до сегодняшнего дня, а также прочитали мавлид. Уважаемые друзья, разрешите предоставить слово вице-премьеру Республики Дагестан Джафарову Рамазану Джафаровичу. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, дорогие земляки. Я хочу выразить всем вам, присутствующим здесь, сочувствие в связи с теми трагическими событиями, которые происходили на этой земле более 70 лет назад, когда десятки тысяч людей, включая детей, стариков, женщин, в массовом порядке были выселены из нажитых территорий и вывезены в степи, где практически были брошены на произвол судьбы. Но прошли годы, все-таки справедливость восторжествовалась, народ был реабилитирован. Вы хорошо знаете, есть и федеральные законы, и республиканские правовые акты о реабилитации. Но, к большому сожалению, сам процесс завершения проходит очень долго, идет очень медленно. Но хочу заверить вас, что есть у сегодняшнего руководства республики твердая заинтересованность в том, чтобы вопросы реабилитации и территориальной, и моральной решить как можно быстрее. Об этом подтвердил буквально на днях глава республики Рамазан Гаджимурадов Аблатипов, когда встречался с членами общественного совета во главе с Боисаром Хамидовичем. И у нас состоялся долгий разговор. Обсуждали, как ускоренно решить вопросы полной реабилитации. Есть, должен доложить вам, есть пути решения, есть новые программы и федеральные. Программа ускоренного развития Республики Дагестан и программа социально-экономического развития Северного Кавказа, куда включены в том числе и вопросы, связанные с полной реабилитацией чеченцев-акинцев. Да, конечно, трудно сегодня и стране, трудно нам. Я поэтому хочу всех вас поблагодарить за вашу мудрость, за то, что вы спокойно реагируете на то, что ваши вопросы до сих пор не улажены, не решены. Но хочу также твердо заверить, что уверенность такая у нас есть, что в скором времени эти вопросы будут до конца решены. Решены будут до конца вместе с нами в этом. Руководство республики является вашими помощниками, вы являетесь, должны во всяком случае являться помощниками руководства республики для того, чтобы нам ускоренно эти вопросы решить. Решить в согласии,
с остальными народами. Здесь я согласен полностью с Буайсаром, когда он говорит, что вы были выселены, и пошла целая цепочка других трагических событий, когда остальные люди, остальные народности тоже были из насиженных мест выселены вот сюда, на эти земли. Но ни в коем случае у нас не должно быть друг к другу никакой вражды. Мы, как дагестанцы, как мусульмане, должны понимать, что так случилось, так произошло по воле Всевышнего. И теперь наша задача мирно, спокойно решить вопрос и с переселением лакцев, и с восстановлением Ауховского района, и с нормальным проживанием здесь тех аварцев, которые сейчас проживают здесь. Я хочу вам пожелать мира, я хочу вам пожелать согласия, я хочу вам пожелать терпения. И еще раз, примите, пожалуйста, самые сердечные сочувствия в связи с трагедией, которая с вами случилась. Спасибо. Вот что сказали в интервью с нами гости мероприятия. أوين ما أرتان هن سوق عقوش تخوين شيل دي دوين أتخين حاج أو أقول خارج خارج أنا أقول نحشتي تينا ووشي دون يرتر يرت با أتخين دون حال دا تينا ها ما كده كن دوين قام أرتان هر ديوستان بيش بولوين يا نحس نحشي شادك جي ثاني أرد يخدو دلا ها أقول خال نقطان ودون أرتي نحشي شنو قام نش شيء این بولچو شی بیانچو یونی ادوان حبیب زینا شی شی تاشو باید نه نه ایمن حق بیخش ولو هر وای نخه این زیش ری اونه یون بیزن بودش ایدو هکان ات شدک تعلیش دیا شد دیش شد دادیکچو یون مونی اون تدالین تی آل دن دو هکه دگ ادوان خود تیشیت شرح دون نه این زیش از یون دیز نداد دلیلی پویت نه 72 گود لوزن گردوگی داتو اخدوان دال مولا هر وای وقت چه بیش مولا وای نه خش دیک نه بو اون داره چی وای اگر ده نخچه خامن ده خلوت ایه وقتی چه نه دیگ دیه چه شبک نخچه تیلات شیل شل سیسکل وایل وایل نخچه خام دوک یه نه بوش اتانا دال مولا ها حق ها ات خیر دار به مول نه خنثی ات چه بقی نه خویش نه اش بر میتی اگوش تیغ حیوش چه نه اش تا دیگ لازم بو هون دل چی از یک ویتران وای نیور خی اشتون اقتش داده بودن پام بیش سعوش دیها اری اقتشن سیمیا اقتشن مل خلقه دخ دیال اشت ایتای پومش دگی دو ندال مولا ها هر یک شل یهی شد دیش دون تیسین دول سنا است یک ویر بو الله یه سون تانه رمضان خمارت اش می چاخل چی نخچی خم تا وی واتی عبال بولش بو اقوه خور ولش ولش کیل هوچینز دان برد ولش دال مولا ها هر آو خوش کرده آن ووشک که تا اش تانی هم متی از آنش دوش یوم عید دو علش دوک بول تیش دوک تو دال از دینی خاش بول خوش رتونای بول Ночи республики, почаво, сила, рамзан Ахмадович, суа, что деха выделил, что делегация, суа, ректор Мурат, зампредседателя парламента Абдулла Эйла, Ахмузахда Алла Ца, Ахмузахда Алла Ца, Ахмузахда Амин Алла, Ахмузахда что Хайгаля, Дистрила, Ахкауэ, Патчайра, Салам Маршал, Надала, Ишти, Дикаш, Дартон, Дистрила. Ахкатхайн Хуч, Ауэр, Хуч, 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 Хуч
газет статья тушала, штинцал интервью лушала, хаздона машари, хаза берта, хаза оше кетам бурш, массу дуниян чоха, ногчи, войне, гилка, такаякош, дагойч, хунди шилди ештой, хунделчи, тагана Россия халкылыгас, таган Россия патча Владимир Путин, ша бузу дин на острова союзник исламского мира уже элла мосук амнишнда оно дуньянчу мелдон амнишнда дакая пош элла ду ака Уэймахка Дагестаня кидаюча бузу на асамбулч российский республик шкаха таган воинмаха беш мэждик шту еш хужаршю ака хафизи хужаршю дагах варан беш ду воин таган соттими халку иштуан ака эзершка халку сундела Дагестане долг амниш ночи чо долг амниш галги чо долг амниш баш хулят тагана үш юка халх дүн вешел хил юка герглун шхил хади хкан амниш ду хадор дуршту гинчул адон ва и ака юмш лерде диешту ака вен юка хат хатнах бол ака ой бат буо багерч ой дин дуо дагерч ака Вагабисти, тоба ю, тога хаше квартал эбиндон, хабош, вой халлак да бош, вой бусулдин халлак да бош, игил элдон, шайн иц этилин ца иблиси, тоба ю, то запад ера, восток ера, массу ауардон, моста воин ерч, он элчи, Россия таган дюзин дош олш ю, Россия тагана ша патчалк юйхо айч, ака ше патчалк чах, ше кюгулго уилхо айч, Шие политик, шие башколёш политик, ю лафович, хайош пачалки, и тай пачалки, езряц, сундела, вэя, дал муалаха, вошие бат хилчани, иман хилчани, ислам хилчани, вэй кюгел хошн, вэй митахир, чи иш вэйн митахир бу, вэй ишт хадяк, чи дал муалаха, вэй тулам хил бу, тулам цехил иш ёлш дац, вэй дал алуш дойл, дал тяхи бятки гэр, вэй дал иман тофик, ча дойл пай. Вой юка, вой камна, ши юка бурт, чагбеш, ништа хажа дез байер. Хуанха, ярцандина, хуан теди, ярво деда, ярво кэ дарж ца даржаш. Хуан кэ бухан ца беша, ярвоен дал, ялниол, яр испытани, экдаквай. Хуанха, ишца, нисч агуар, масалец дез байер. Вой ци долж долло, вой лол кола дож до, вой камнаш, царце, цхани доуз дез ярхам, дит дез ер да бехке бегшта фан дүние чо хекбат иш я күк бехке дег студина ва дада фи тархаман күк бехке дег шта фан дүние чо бат дала ва ин гош баш цер цер ш шевай а цер цер ш а камни цер ш я кадми цер ш я иш и адам шта фан да 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 тазер дойл царна да на вой дегнаш дарцелеш вой вовшин бухаме цахолыш ишт вой кане вой езеш дикене сатуиш ишт да лах дейхак дава итчал яха так вой рамзан хажа кадыров рамзан хаж вой тахан дагестан шо болчари мулхав агора болш бол вой нех неха вой харах вяхкан вой виза виш вой лара лорш وي حرق ويحقن وي ليدر و وي حرق ويحقن ساق و وي بچا حلار ميگا قوالوش كشت وي نيح ميت تعقيلش وي دقستان شو عاشتلاح ميتشا وي عاشتلاح وي تا وي نيخا دا تا نوخ جي دا وي دال مغلا تاق رمزان حاجيگا دقا تونسي دقا لأمش بوايا تاق تخل لير شيول شيول لير دقستانير بلاست رمزان عبدالطيبو ووخ شووي حكم دقستانير ويك اقا ووخ политический деятель ورمزان جلج مرادوش عبدالطيبو تاق تشينو تروكو ديتيلش تي دویچا دویچ چرچه اشت سگلسوات دیش وی بقی ناخ مستو وی ایت وی یوگر ناخ تو یوگا اوش وی وول وولش ویگ اشت درحم نیش داغیر اشت تا مرخا بوی خوش دال دیخ برکتی یویل کنا دالا اوگر کرد بیعال شو وی تخان وی بیلنکش دگال اوچ چن دوانش دیش دیلی وی قین خیتم بیخش اشت تخامن گول دیان دخوی دال دیخ برکتی Чеченцы Дагестана перевернули еще один лист календаря. Начался отчет 73-й годовщины со дня их депортации.
Все эти годы чеченский народ ждет восстановления исторической справедливости, восстановления своих попранных прав, то есть восстановления Ауховского района, возвращения своих домов или того, что от них осталось. 73-й год, согласитесь, это немало.